Первое монолитное сооружение в Европе, здание Днепропетровской филармонии, является памятником архитектуры национального значения. Через 39 лет после постройки первого небоскреба в Америке, в декабре 1910 года, общественность Екатеринослава подала прошение о постройке клуба для общественного собрания. Официальная марка проекта – Екатеринославская железобетонная изюминка конструктивизма. В зале городской управы был обсужден и утвержден проект театра клуба для общественного собрания в виде небольшого небоскреба, то есть высотного каркасного здания башенного типа, решенного в стиле конструктивизма. Это одно из первых в Европе зданий в стиле конструктивизма. То есть не только в Российской империи, не только в Екатеринославе, но одно из первых в Европе. Построено оно в 1912-13 годах по проекту харьковского архитектора Александра Марковича Гинзбурга. Это был архитектор-новатор, он занимался строительством особняков, доходных домов в Харькове. Он представил проект четырехэтажного огромного здания с плоской железобетонной крышей, выдержанного в стиле конструктивизма. Проект уникален. Здание называли в Екатеринославе небоскребом, архитектурной диковинкой. И одна газета написала о нем «Американское строительство», то есть сравнивала его со строительством небоскребов в Америке. Фасад здания. Это очень интересные выпуклые эркеры, интересное сочетание прямых и кривых линий, очень интересные вытянутые узкие окна и плоская железобетонная крыша, на которой должен был располагаться каток, но каток не устроили на этой крыше. Вот. Здание, конечно, описывали как планов громадье, как диковинку. И жемчужиной здания был зал на 1400 мест. Проект мини-небоскреба в Екатеринославе был не точной копией американских небоскребов в уменьшенном размере, а представлял собой проект здания со своеобразным фасадом, с введенными для пластики элементами модерной готики, с рациональным использованием свойств нового материала железобетона. После постройки здание пережило бурную жизнь. Во время переворота 1917 года пулеметы с крыши клуба обстреливали штаб войск Национальной Рады в Главпочтамте. После этого здание было заброшено. Только в апреле 1927 года здание было передано транспортникам под размещение клуба железнодорожников. В 1941 году здание несколько пострадало от снарядов, но уже в конце года здесь открылся Украинский музыкально-драматический театр. Правда, состояние здания, и так оставлявшее желать лучшего, ухудшалось год от года. Дом культуры старел и нуждался в ремонте проводки, водопровода, отопления и вентиляции. Крыша текла, и при сильном дожде приходилось отменять спектакли. Скверная эксплуатация и время сказывались на состоянии конструкции. Деформации наблюдались во многих местах, из-за аварийного состояния закрывались залы и лестницы. Во второй половине 1950-х годов было решено всерьез заняться ремонтом здания. Клуб возобновил свою работу в 1967 году, а еще через два года в театре разместился театр юного зрителя. Дальше все пошло по новому кругу. Ненормальная эксплуатация, неполноценные ремонты, заброшенность, аварийное состояние. На рубеже 20-21 веков изрядно обветшавшее здание вновь пустовало. И, наконец, в 2001 году его заняла областная филармония. Спустя несколько лет был проведен капитальный ремонт. 10 лет здесь существует уже Днепропетровская филармония. То есть у здания появился новый владелец, здание отреставрировано, по крайней мере, главный фасад. Конечно, хотелось бы видеть в реставрации и дворовый фасад здания. Вот, ну, в целом здание находится в удовлетворительном состоянии. Это здание очень любят историки архитектуры, поскольку действительно оно уникально не только для нашего города, и для Украины, и для всей Восточной Европы в целом. Это здание-провозвестник конструктивизма, который стал одним из основных стилей европейской архитектуры 20 века. Здание театра клуба общественного собрания охраняется как памятник архитектуры национального значения. Екатеринославский небоскреб стал одним из первых в мире зданий в стиле конструктивизм, расцвет которого в мире пришелся уже на 1920-е годы. Flat TV, Украина. Меня зовут Таня Хубер. В 2005 году я была спикером парламента. Я родом из Шафхаузена, и я поддерживаю закон о борьбе с хулиганством на стадионах. Я исполнительный директор Ассоциации юристов Швейцарии. Мы против проекта этого закона. Если закон будет все-таки принят, то мы, не исключено, прибегнем к референдуму.
Я за этот законопроект, потому что так дальше продолжаться не может. Мы хотим сделать нашу страну безопасной. Тема дебатов отражает события реальной жизни. В 2005 году правительство Швейцарии подготовило проект закона по борьбе с хулиганством, вандализмом и насилием на спортивных стадионах. Нужно было торопиться, потому что в 2008 году Швейцарии предстояло провести игры очередного чемпионата Европы по футболу. В 2006 году закон вступил в силу. Кроме того, в его рамках была создана электронная база данных со сведениями о болельщиках, потенциально готовых к насилию. А как поступит нынешняя молодежь? На разработку и принятие закона у них есть время до вечера. Используя метод деловой игры, Патрик Цамора из Центра демократических исследований хочет показать школьникам, как важно иметь возможность непосредственно влиять на политику. Процесс законотворчества на федеральном уровне очень сложен. Можно, конечно, полистать учебник или пройти спецкурс в университете, сдать экзамен и потом все благополучно забыть. Ролевая же игра позволяет активировать как рациональное мышление, так и эмоции. В результате значительно повышается вероятность, что у тех, кто принимает участие в игре хоть что-то, но все-таки осядет в памяти. Потом начинаются консультации, идет поиск общего знаменателя. Так же, как и во взрослом парламенте, сделки заключаются в кулуарах. Дебаты становятся все более жаркими. Оказывается, что в политике важно не только иметь лучшие аргументы, но еще и уметь мыслить тактически. Wenn wir jetzt alle würden für das abschreiben, würde es immer noch nicht länger. Das ist das einzige Druckmittel, das wir noch haben. Das Referendum. А пока оппозиция решает выступить с жесткими требованиями. Наказывать следует только совершеннолетних. База данных должна иметь ограниченный срок действия. Гражданские права должны оставаться в неприкосновенности. Необходимо различать разные виды насильственных правонарушений. В итоге противники законопроекта добились-таки проведения консультаций с целью устранения разногласий. Законопроект принимается на исходе дня, в значительно смягченной форме. Зеленым социалистам в самом деле удалось сформулировать и принять закон, который, правда, действует только определенное, ограниченное время. Тактически это был очень умный ход. Дебаты помогли школьникам получить очень ценный опыт. Я раньше даже не представляла себе, как работает эта система, но после этой деловой игры мне стало понятно очень многое. Теперь я куда лучше представляю себе законотворческий процесс. У нас есть право голосовать, и очень важно пользоваться этим правом и озвучивать наше собственное мнение, потому что в противном случае мы просто не будем понимать, что вообще происходит в Швейцарии. В других странах люди вынуждены сражаться за право голосовать, а у нас чуть ли не каждый пятый позволяет себе не ходить на выборы. Премьера первого «Фиата 124 Спайдер» в переводе «Паук» состоялась 50 лет назад. Концерн «Фиат Крайслер» решил возродить культовую когда-то модель. Но не только прошлое вдохновляет автостроителей. В Лос-Анджелесе можно заглянуть и в автомобильное будущее. Машины с автопилотом – один из основных трендов нынешнего автосалона. Все больше автомобилей оснащают электронными ассистентами. Мы находимся на пути к полностью автономному управлению. Правда, доведение таких систем до ума может занять еще некоторое время. Но то, что мы видим сегодня, говорит о том, что близится время автомобилей с автопилотом.
Цель концерна Daimler – стать лидером среди европейских производителей по продажам в США. Одна из звезд автосалона – новая версия легендарного родстера Mercedes SL. Американский авторынок растет. С 2009 года продажи увеличились на треть. Несмотря на то, что будущее рынка в США представляется аналитикам несколько туманным, для автопроизводителей он продолжает играть ключевую роль.